فسط ورب الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. صل على علي ابن موسى الرضا والتقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые телезрители, я приветствую вас на телеканале Hadi TV 3. И мы продолжаем нашу передачу, посвященную Фатиме Захре Салам-Али. Мы пригласили нашего гостя, шейх Курбан. Шейх Курбан, я приветствую вас. Салам алейкум. Валейкум ассалам, рахматуллах. Шейх Курбан, несколько передач мы с вами обсуждали Фатиму Захру Салам-Алейха. Именно мы приводили аяты Курана, где говорилось о величии этой личности. Вот. Она, эта личность настолько велика, что сам Всевышний Аллах называет ее ночью предопределения в глубоком смысле аята. Да? То есть ночь, есть у нас ночь предопределения, которую мы понимаем как те ночи, в которых мы, допустим, совершаем поклонение. Но мы видим, что Всевышний Аллах под Лейлатуль Кадр также и подзывает Фатиму Захру. Вот. И мы назвали ее на прошлой передаче тем самым миром, так как Фатима Захра является миром до прихода имама Махди, да ускорит Аллах его пришествие. И каждый, кто будет любить ее, следовать ее пути и сторониться пути ее противников, тот окажется среди преуспевших. И тот окажется в мире, пока не придет имам Махди, да, ускорит Аллах его пришествие. Это все было очень интересно. Также мы сказали, что Фатима Захра, несмотря на то, что она была очень верующей, в том плане, что она соблюдала все каноны ислама, она самым прекрасным, самым любимым для нее было то, чтобы ее никогда не видели посторонние мужчины. Несмотря на это, будучи ответственной женщиной, которая чувствует ответственность перед Всевышним Аллахом, она, несмотря на это, мы видим, что выходила, произносила речи в связи с вилаятом Амир аль-Муаминин, правителя правоверных имама Али алейхиссалям, защищала его честь, защищала его достоинство. Вот. Все это мы видим в этой женщине. Что еще можно сказать о величии этой женщины, о ее роли, которую она, скажем так, сыграла в защите вилаята? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. По поводу этого периода, по поводу периода после смерть его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мы с позволением Бога еще, если, конечно, у нас будет достаточно времени, мы подробно поговорим еще с позволением Бога. Мы ранее говорили о невероятной воле, невероятной роли ее светлости Фатима Захра, саламуллаху алейха, в истории человечества. То есть история человечества – это в значительной степени плод деятельности ее светлости Фатима Захра, саламуллаху алейха. И об этом говорит аяты и предания, которые мы, с которыми мы знакомились до этого. И также в том числе тот аят священного Корана, хадис Аль-Кудси, с которым мы знакомились ранее, где Всевышний обращается к своему посланнику, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, говорит «Лауляка лама халактуль каунейн». Лауляка лама халактуль афлак.
если бы не ты, то я бы не создал мироздание. Валяуля Али ляма халяктука. Или если бы не Али, то я не создал бы и тебя. Валяуля Фатима ляма халяктукума. Если бы не Фатима, саламула алейха, то я не создал бы вас обоих, ни тебя, ни его светлость, Али бин Абу Талиб, алейхиссалату вассалам. Это слова Всевышнего. То есть мы и значение этого хадиса мы разъясняли, говорили о том, что когда мудрый, коим является Всевышний, совершает какое-либо действие, созидательствует, он преследует какие-либо цели. И целью созидательства Всевышнего было, то есть конечной причиной, по сути, конечной причиной созидательства Всевышнего было то, что творение, те, кого он создает, они достигали совершенства, приближались к нему, приобщались к совершенству, к возвышенности, возвышались. Это конечная цель создания мироздания. Это то, для чего создавал Всевышний мироздание. Если бы Всевышний создал бы мир таким образом, что не достиг бы этой цели, то есть человечество не достигло бы своего совершенства, не достигло бы этой конечной причины, то изначально Всевышний не создавал бы этот мир. А каким образом этот мир достигает этого совершенства, достигает той цели, ради которой Всевышний этот мир создавал? Достигает через посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И это не касается только человеческого общества и человечества в целом. Нет, это касается всех мирозданий. Это касается всех творений. Все творения приближались и возвышались через посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И в преданиях это, в том числе и в священных аятах, этот вопрос разъяснен. На этот вопрос указывается в преданиях и в аятах. То есть, как все творение достигало совершенства посредством сущности имама Али? Его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Он является вашшамти ва духаха. Всевышний священник говорит, клянусь солнцем, и непорочные говорят этим солнцем, который истощает свет Всевышнего, который является светом небес и земли, Аллаху нуру самавати валь арды, этим солнцем. И это не переносный смысл солнца, потому что солнце – это то, что единственный источник света. Это единственный источник тепла и света. То есть мы так понимаем солнце. И именно такова роль его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. И поэтому это даже не переносный смысл солнца. То есть здесь нет аллегорий, это буквальный смысл слова солнце. Его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это есть большее солнце, чем солнце Солнечной системы, чем звезда Солнечной системы. Потому что он является, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, является единственным источником света Всевышнего для всех мирозданий, в том числе и для человечества, но и не только для человечества, для всех мирозданий. То есть получается, что все существа, кроме человека даже, нуждаются в свете посланника Аллаха, правильно я вас понимаю? В том числе и человечество. А зачем это надо? Вот здесь может такой вопрос возникнуть. В чем проявляется их совершенство, совершенство животных? Разве животное и все сущее не создано для того, чтобы, допустим, служило человечеству? Дело же не... Сейчас речи не идет о животных. Мы же не говорим о животных. Мы говорим о всем мироздании. Все мироздание совершенно, начиная от ангелов и заканчивая самыми малейшими и самыми последними творениями Всевышнего. То есть все мироздание, речь не идет о животных. Что касается животных, то это отдельный разговор. Я не думаю, что сейчас стоит отвлекаться на нее, потому что нужно будет это все раскрывать. То есть в этих существах тоже есть, да, проявление совершенства? Они тоже, то есть, достигают совершенства в чем-то? Вы имеете в виду, то есть, развитие какое-то? Ну, получается, развитие. Мы сказали, что посредством посланника Аллаха все сущее достигает совершенства. Поэтому и возник такой вопрос. Есть вещи, которые не двигаются, не находятся в движении к совершенству, и в том числе и деградации. Есть те, которые находятся в движении. Но в то же время являются совершенными? Конечно. Те, которые не двигаются, у них есть свое совершенство. Имеющие отношение исключительно к ним, свое исключительное совершенство, которое не является совершенством для других видов.
творений. У них есть свое. И это все было достигнуто именно посредством света. Это в преданиях и в аятах этот вопрос разъяснен. То есть его святость, посланник Аллаха, ну, на примере человеческой истории, человеческого общества, на примере человечества, это более ясно и понятно. То есть источником ценностей, источником света для человечества, единственным источником света и ценностей является его святость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. И даже пророки, которые предшествовали его светлости, посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, которые несли свет и ценности в человеческий мир, человеческое общество, даже они достигали своих степеней через его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. И в преданиях, опять-таки, это недвусмысленно разъяснено, и на это недвусмысленно указано в преданиях. Не только в преданиях, но и в том числе и в аятах священного Корана. Но свет Всевышний, свет его светлости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, проник через его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам. И поэтому, да, его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, является единственным источником света, но этот свет не проник бы в человечество, если бы не его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам. Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, является тем, кто «Валькамари ида таляха». Потому что, как говорится в аяте священного Корана, клянусь луной, которая следует за солнцем, и мы знаем, что луна отражает свет солнца. У луны нет своего света. Луна отражает свет солнца. Точно так же, как луна отражает свет солнца, Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, во тьме, в ночи транслирует свет солнца. В ночи лицемерие, в ночи неверие транслирует свет солнца. Его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам. То есть свет имама Али, алейхиссалам, на самом деле является светом самого пророка, саллаллаху алейхи. Совершенно верно. То есть он проникает именно в ночи, именно во время смут, во времена тьмы. Мир окутывает именно свет его светлости Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, который является отражением света солнца. И поэтому лучей солнца. И поэтому, когда Всевышний в священном Коране говорит «Вашшамси вадухаха валькамари ида таляха», имамы говорили, что солнце — это посланник Аллаха, а луна — это его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам. То есть, и поэтому Всевышний говорит «Лавуляка лама халяктуль каунейн». Если бы не ты, то я не создал бы мироздание, потому что мироздание оказались бы во тьме. Свет в них проникает через другое мое творение, коим являешься ты. Но твой свет и твой нур не проник бы в мироздание во времена смут, во времена тьмы, во времена лицемерия, во времена неверия, если бы не Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам. И поэтому Всевышний в хадисе Кудси говорит: «Валяуля Али лама халактуке». Если бы не Али, я бы тебя не создал бы. Потому что все равно не достиг бы через тебя, не достиг бы той цели. То есть конечная причина не была бы достигнута, и поэтому не было бы мироздания, не было бы творения. Но и свет Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, хранит Фатимату Захра, саламула алейха. То есть этот свет, его светлость Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, проникает в мироздание благодаря ее светлости Фатимату Захра, саламула алейха. Она является хранителем этого света. И поэтому Всевышний в этом хадисе Кудси говорит: «Валяуля Фатима лама халактукума». Если бы не Фатима, я бы ни одного из вас не создал бы, а как следствие не создал бы и мироздание. Почему? Потому что, как мы разъяснили ранее, и в аятах священного Корана, и в преданиях ясно и недвусмысленно об этом сказано, хранилищем и хранителем этого света является ее светлость Фатима Тузахра, саламула алейха. Именно поэтому мы встречаем невероятные высказывания со стороны его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, в отношении ее светлости Фатима Тузахра, саламула алейха, умму абиха, чего стоит только умму абиха. То есть мать своего отца. А что говорит о родителях Всевышнего в священном Коране? Вообще это удивительно. Я всегда, с тех пор, как столкнулся с этим аятом, для меня всегда было интересно. И вопросом было, почему Всевышний обращает эти слова посланнику? Потому что эти слова обращены к посланнику. Всевышний говорит: «Вахфид лахума джанаха дулли минар рахма».
прояви смиренность от своего милосердия. Угу. То есть из милосердия своего прояви смиренность и самоприниженность. Прояви перед ними, перед своими родителями. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, потерял своих родителей еще в младенчестве. Uh-huh. А когда достиг посланнической миссии, Всевышний говорит: «Вахфид лахума джанаха дулли мина рахма». Прояви самоприниженность перед ними. Кто? Перед кем? Перед кем имеется? Перед кем проявлять самоприниженность, если его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, потерял своих родителей еще при младенчестве? Да, конечно же, здесь кто-то может сказать, что через посланника Аллаха Всевышний обучает остальных мусульман. Да. Мы это не отрицаем, это само собой, это на своем месте. Но это и обращение еще и в первую очередь к посланнику Аллаха. Uh-huh. То есть просто так к посланнику Аллаха Всевышний обращается. И его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обращается к ее светлости Фатима Заһра, саламуллаху алейха, говорит: «Умма абиха». Возможно, причиной этого, то есть то, что он говорит «Умма абиха», является то, что мы говорили ранее, она является хранителем, потому что Всевышний говорит: «Лавля Фатима ля ма халактукума», я бы не создал ни тебя, ни Али, если бы не Фатима, алейхима салам. И посмотрите, как обращается, не просто говорит «Умма абиха», мать своего отца, говорит посланник, ее светлость Фатима Захра, саламу алейхи. Посмотрите, как обращается его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с ее светлостью Фатима Захра, саламу алейха. И насколько я могу судить, это как раз является выполнением приказа, который имеется в священном Коране: «Вахфид лахума джанаха дулли мина рахма», прояви самоприниженность из своего милосердия перед ними. Обратите внимание, и это я приведу хадис, именно из суннитских источников, угу, причем достоверный. Обратите внимание, Хаким Нишабури приводит в Аль-Мустадраке. Мустадрак, я еще раз повторяю, ранее говорили об этом неоднократно. Это согласно мнению суннитского, одного из выдающих суннитских хадисоведов, Хакима Нишабури или Нисабури, является достоверным, полностью достоверным сборником, потому что он является Мустадраке, то есть дополнением к Сахиху Муслиму и к Сахих Бухари. Поэтому все хадисы достоверны, согласно его мнению. Uh-huh. И он приводит здесь предание от Аиши, которое говорит следующее. Это предание под номером 47-32. «Ма раайту ахадан кана ашбаха каламан ва хадисан мин Фатима би Расулиллахи саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям». Аиша говорит, что я не видела никогда ни одного человека, который был бы настолько похож на посланника Аллаха, чем ашбаха каламан, своей речью. Ее речь была похожа на... Имеется в виду не только то, как она говорила, но и что она говорила. Ва хадисан мин Фатима. То есть речью и речами, и словами, высказываниями она была наиболее похожей на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, из людей. Ашбаха каламан, ахадан. Никого не видела, она говорит. Более похоже. Вакенет, и обратите внимание, вот на что я хочу обратить внимание в связи с нашим обсуждением, именно на этот отрезок. Аиша говорит: «Вакенет, ида дахалят алейхи рахаба биха». И когда Фатима, саламуллаху алейха, заходила к своему отцу, к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха в первую очередь приветствовал ее, рахаба биха. Приветствовал ее и совершал далее удивительнейшие вещи. Что именно? Вакама илейха, вставал и шел к ней. Фаахада биядиха, он брал ее за руку. Факаббалаха, целовал руки. Целовал ее руки. Ва аджласаха фи маджлисихи, и сажал на свое место. Проявление смиренности, можно сказать, да? Невероятная степень смиренности. Представьте себе, что так... Представьте себе, сидит человек, допустим, в каком-нибудь собрании, в окружении своих друзей у себя. Вот для того, чтобы вы понимали, о чем здесь говорится. Представьте себе, что... В наше время это тяжело представить, на самом деле. Представьте себе, что сидите вы дома, и вот вас посетили друзья или коллеги, знакомые, и в комнату заходит ваша дочь. Ваша дочь заходит. Вы здесь приветствуете ее, встаете, идете к ней навстречу. Кама илейха. Вставал и шел к ней навстречу. Фа ахада биядиха,
и брал ее за руку, фа-каббеляха, целовал ее, целовал ее руки, в других преданиях сказано, уточняется, что целовал ее руки, фа-аджлясаха фи-мазлисихи, и сажал на свое место. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сажал ее светлость Фатима Тазахра, саламуллаху алейха, на свое место. Что вы здесь можете, каково отношение? Это отношение отца к дочери или отца к матери? Ну, могут, конечно, возразить, сказать, что это был нрав посланника Аллаха. Посланник Аллаха а был... с кем еще он так поступал? Угу. Кому еще такое вопрос. Отношение проявлял? Кому еще подобное отношение мы обнаружили? Ну, к внукам, к Хасану, к Хусейну. Неба не было такого? Никому. Нету, ни в истории не упоминается ни одного подобного отношения, именно вот подобного. Да, любовь, проявление любви мы обнаружим, даже невероятной любви, да. А это не любовь. Это самоприниженность. Да. Это не любовь. Это не проявление любви. Угу. Взрослый мужчина, даже пожилой, скажем, мужчина, встает перед женщиной, девушкой, которой менее 20 лет, это однозначно. Менее 20 лет. Встает, идет ей навстречу, берет за руки, целует руки и сажает на свое место. Это не отношение отца к дочери, как бы он сильно ее не любил. Это отношение именно на самоприниженности, отношение, о котором говорит Всевышний в священном аяте. «Вахфид лахума джанаха дулли минар рахма». Проявляй своего милосердия, самоприниженность перед ними. И в этом контексте, в этом понимании мы можем понять, о чем идет речь в этом аяте священного Корана. Где Всевышний, обращаясь к своему посланнику, который является сиротой, круглой сиротой на тот момент, это точно, и говорит, проявляй милосердие, самоприниженность, из своего милосердия проявляй самоприниженность к своим родителям. И здесь мы видим такое отношение, отношение самоприниженности только и только перед ее светлостью Фатима Тазахра саламуллаху алейха, больше ни перед кем. Тем более, что в особенности, что многие историки, ученые, рассказывают, ну, говорят, что есть другие дочери у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, но ничего подобного в отношении к ним мы обнаружим, что-то подобное, хотя похожее что-то, приблизительное, приближенное что-либо, обнаруживаем? Нет. Поэтому именно из этого исходит вот это отношение его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Это только один хадис, таких хадисов, то есть несколько имеется, и в том числе и в суннитских источниках, причем достоверных. Да, и, кстати, Хаким Нишабури после этого предания что говорит? «Хада хадисун сахихун аля шарти шейхин». Хаким говорит, что это предание является достоверным. Опять-таки, то, что говорит Хаким после хадиса, это для чего нужно? Для того, чтобы уточнить, согласно чьим критериям этот хадис является достоверным. А так, в любом случае, все предания мустадраки являются достоверными, то есть являются дополнением Муслима или Бухари. Некоторые хадисы соответствуют условиям Бухари, но не соответствуют условиям Муслима. Некоторые наоборот. А некоторые соответствуют и условиям, и критериям Бухари, и критериям Муслима. Что значит критерии? То есть передатчики являются передатчиками и Бухари, и Муслима. Или только Муслима, или только Бухари. Поэтому, несмотря на то, что все предания являются достоверными, Хаким уточняет, согласно чьим критериям это предание является достоверным. И поэтому он говорит, «Ада хадисун сахихун», что это предание является достоверным, «Аля шарты шейхейн», согласно условиям обоих шейхов, и Бухари, и Муслима. То есть все передатчики являются передатчиками и Бухари, и Муслима. И у Шамсуддина Дахаби имеется тальхиз к мустадраку. Мустадраку Хакима, Шамсуддин Дахаб, один из выдающихся хадисоведов и историков, он написал тальхиз. То есть у него есть сокращенная форма мустадрака, и после каждого хадиса он свое мнение высказывает по поводу тех или иных хадисов. Что же и он после сказал относительно? После этого хадиса он говорит, «Бель сахихун». Он говорит, да, это достоверно. То есть предание является сахи в тальхисе Шамсуддин Дахаби, согласно после этого предания, говорит сахихун, баль сахихун. То есть мы видим, что и Шамсуддин Захаби назвал это предание достоверным, и Хаким Нишабури утверждает, что это предание достоверно, согласно условиям Бухари и Муслима. То есть
По идее, если бы Бухари и Муслим знали бы об этом предании, или же, может, что-то другое им помешало включить это предание в свои сборники, но так или иначе они должны были включить это предание в свои сборники, но по тем или иным причинам, или не знали, еще какие-то у них были причины не включить это предание. Например, была неприязнь к смыслу, неприятие к смыслу хадиса, что очень часто бывает. Бухари иногда вообще приводит хадис без смысла. Почему? Потому что смысл ему неприятен. Очень часто мы это встречаем, кстати, в суннитских книгах. Человек, даже бывает случай, когда открыто говорит, что я не буду приводить смысл хадиса, потому что он мне неприятен. Например, в хадисе... Несмотря на это, передатчики являются все достоверными. Совершенно верно. Вот, например, в предании, где Абу-Бакр, первый халиф, говорит о своих сожалениях. Он говорит, я сожалею о трех вещах. И он перечисляет эти три вещи. Передатчик, то есть мухаддис, который привел этот хадис, он не говорит, что это за три вещи. Он говорит, мне просто неприятно об этом говорить. Поэтому не приводят. Но бывает так, что смысл мухаддису, передатчику неприятен, поэтому он его не приводит. Не потому, что это недостоверно, а потому, что ему неприятно. Таким образом, мы видим, что этот хадис, он является достоверным. И это, конечно же, просто невероятнейшая степень ее светлости Фатима. Это то, как обращался с ней его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, который, как мы знаем, был непорочен, посланник Аллаха по своим личным каким-то симпатиям, по каким-то своим личным мотивам никогда бы такого не совершил бы. То есть это не является чем-то личным, потому что она моя дочь и так далее и тому подобное. Потому что Всевышний, что говорит в Священном Коране? «Вама янтику аниль хава, ин хува илля вахйун йоха». Он ничего не говорит по своему пристрастию. Все, что он говорит, это откровение неспосылаемое. Поэтому действия, поступки, слова, все, что демонстрирует, показывает его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это откровение, внушенное Всевышним. В том числе и этот поступок с ее светлостью, Фатимату Захра, саламу алейха, который говорит о ее невероятной степени и возвышенности, приближенности ко Всевышнему. Шейх Курбан, спасибо вам большое. Иншаллах, мы продолжим в следующей передаче. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. В следующей передаче продолжим. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.